Возможности гибридной операционной оценили министр здравоохранения Александр Смирнов и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Кроме того, высокопоставленные гости приняли участие в награждении лучших нижегородских кардиохирургов премии имени академика Бориса Алексеевича Королева. Борис Королев стоял у истоков кардиохирургии в нашем регионе и долгие годы трудился в кардиоцентре. Стать лауреатом в этом году особенно престижно, отметил Андрей Гнеушев, так как впервые с 2011 года премия вручается в стенах кардиоцентра, который в этом году к тому же стал официально носить имя великого нижегородского кардиохирурга. Премию получили трое врачей: заведующая реанимационным отделением специализированной кардиохирургической больницы Антонина Богуш, заведующая рентгенохирургическим отделением городской больницы номер 13 Анатолий Савенков и заведующий неврологическим отделением городской больницы номер 5 Евгений Пудов.